И мы пришли на премьеру мультфильма «Тролли». Идем? Да. Тимофей, ну что, ты приготовился? Да. Маша, ты приготовилась? Приятного просмотра. Ой, потанцуй. Понравилось тебе, Маш? Посмотри на меня. Да, а я боялась. Ну и теперь понравилось? Тима, тебе? Класс? А здесь жарко, сильно много детей, людей. Все празднуют Хэллоуин. Тима, что ты сейчас будешь кушать? Гамбургер. Ого, какой гамбургер! Вкуснячий? А ну пробуй! Вкусный? Класс! Маша, у тебя что? Такая вкусняшка? Тима играет с Маргошей, со своей подружкой. Ну что, Тимофей, какой счет уже? Ого! Счет 1-3. Тимофей выигрывает, да? Все. Класс! Все, наши дети пошли на батут. Димочка, кого ты выбрал рисовать? Это принцесса София, конь, да? Машенька, что ты будешь делать? Миньона будешь разрисовывать? Маша уже дорисовывает своего миньона оранжевого. Маша с монстриками фотографируется. Все. Так, и пришли мы за троллями в Макдональдс. А что у нас здесь есть? Здесь у нас есть, кто этот чувак, как его зовут? А что, у нас поночки нету? Это вот этот блестящий, который блестяшками бросается. И вот этого а этой нету розочки. Да? Маш, ну я тебе тогда беру вот эту розочку, которая рыженькая. Тима, тебе беру, который синенький, да? В Дональдсе вот такие привидения висят. Тима, говори привет. Привидениям скажи. Привет. Так, вот наши хэппи-милы. Сейчас мы возьмем наши игрушечки троллей. Хорошо, 51 гривен. Что там у вас? Значит, меняйтесь. Если у тебя розочка, значит, у Маши твой синенький. Меняйтесь. Маша, что у тебя? Розочка? А у Тимы? Чудик, как этого чудика звали в мультике, я уже забыла. Его звали Серенький. Он был серенький, но стал синеньким. Ну что, дома распечатаем? Да? Берите картошку свою, Хэппи Милы, пошли. Так, взяли мы наших троллей в Макдональдсе и идем открывать домой. Вот приехали мы домой с Хэппи Милом. Вот такая веселая коробочка. Хэппи Мильчик этот с такой шевелюрой оранжевой. Здесь нарисованы все герои. Вот самое главное — это розочка и цветан.
И на этой стороне еще вот такие позитивные герои. Дети, показывайте, что у вас там попалось в хэппи-пиле. Розочка. Маше попалась розочка, а Тиме попался цветан, да? Нет, ну это что? Другой. Нет, это цветан. Ну, он за фиолетовый. Фиолетовый, а цветан какой был? Синенький. Белый и черный. Потом... Ну а потом же, когда он уже стал веселым, да. Потом, когда он стал веселым, он же стал. Поменял свой цвет, да. Ну что, распаковываем? Да. Распаковываем, да? На, бери ножнички. Я. Давай первый Тима распаковывает. Хорошо. Давай, Тимофей, распаковывай. Вот такой позитивный чувачок, троллик. Смотрите, какая у него шевелюра. Ее можно расчесывать, она мягкая такая, класс. А уши какие? Класс. Здесь у нас вот такое отверстие. И у нас есть еще карандашик здесь, да? А ну, покажи мне. Вот весь наш наборчик Хэппи Мила. Он состоит из вот такой смешной игрушечки. Карандашик вот такой яркий, классный. Здесь главные герои на этом карандашике, троллики. Вот такая классная книжечка с заданиями. Здесь, например, розочка должна дойти до своих друзей по лабиринту. А здесь вот цветан стоит, что-то не может выбрать. Не знаю, может быть, это надо нарисовать его портрет. Здесь у нас есть стикеры, которые пригодятся нам вот в этой книжечке с заданиями. Куда мы возьмем эту книжечку? В Египет. Правильно, мы будем в самолете выполнять все эти задания, да? Тимофей, ну что, показывай нам вот этого чудика. Посмотрите, какая классная игрушка. Супер! И мы будем чертить вот этим карандашиком вот в этой книжечке. Класс! Вот это Хэппи Мил нам такой сюрприз приготовил, да? Машуля, теперь ты расскажи, что у тебя за книжечка такая? Это ножичка, это цветан же. Это цветан, только он здесь грустный, да? Угу. А почему он грустный, Машуль? Потому что украли бабушку. Потому что у него украли бабушку, но он потом стал уже веселым, да? Да. Да, когда он спас Розочку и ее друзей, и он понял, что добро всегда... Побеждает зло, правильно. И в этой книжечке тоже ужасно много всяких разных заданий. Каждая книжечка индивидуальное задание, они не повторяются. Очень-очень много классных заданий. А здесь надо играть в крестики-нолики. Да, здесь надо будет играть в крестики-нолики, видишь? Класс! Ну, я все равно тебя выиграю. Ты мне выиграешь? Да, выиграю. Хорошо. А это стикеры тоже, которые можно использовать в этой книжечке. Класс. Ну что, ты распаковала свою уже розочку? Уже немножко распаковала, да? Давай еще мы будем обрезать. Так, аккуратненько. Вот такие два смешных наших троллика. Класс! Держите своих тролликов. У меня этот. Ой. Ой, голова отвалилась. Подписывайся на мой канал Team Vintage. И Маша! Пока-пока! 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 Классно рисовать? Да. Троллики суперские? Да.